Так, ну у нас пик. Пик-пик-пик красивый. Красивый пик. Должны брать. Нара, Руфус, Кира. Ебать, а их что, три танка? Я извиняюсь, они что, без хила играют, блядь? Они что, вообще больные? Где-то я уже это видел, Сергей. Где-то я видел таких пацанов. Хотя мы без хила тоже играли. Быстро они закончили. Кажется, я где-то слышал такую историю, пацанов. Не бояться надо, потому что у нас, по сути, Джин будет давать дамаг. Ты будешь дамагать. У нас два дамага. Три дамага. Я буду дамаг. Я же буду Сергея этого Рукса. Барика буду разламывать, Сергей, вы шо гоните? Сергей, можно я ракер возьму? Можно. Да, изи. Тут как бы ничего другого не надо. Я во второй рекер соберу. Их остановочка. Да, в принципе, первый соберу уже. Уже остановочка будет у них. Зафиксируйте, как руку сбежит точку, как у них щит быстренько пойдет. Я тоже возьму в рейдер. Сергей, он будет полминуты будет щитить. Ну это как бы катарайс нет смысла. Я сейчас думаю, рейдер. Может быть, протестить новую легендарку, ну ладно, не буду. Да по тесте есть что-то как бы возможно. Не надо. Я возьму хил. Как обычно. Нет, Сергей, нет, Сергей, нет у меня топа эликсира. Не знаю, как фармить эликсиры, вы знаете? Ну как, открываешь сундук, тебе падает. По-другому никак, да? Ну и за игру дается эликсир. Да, не дают же за игру эликсир. Дают. Дают закат. Мне стакал сейчас не собиралось. Это было вообще... Че, пацан танковать будут? Макс. Слышно? Да, слышно. Ебать, я в бок. Смотри, пол хп снял. Я добиваю. Найс, я его откинул. Держит. Все, изи так. Изи просто. Пойдемте, я пойду. Минус. До свидания. Все, мы просто не пускаем. Да, все. Ты свидули называется. Свидули, пацаны. Найс, три танка напикали, дауны. Дауны. Вот такие далбищи. Не болели. Наигрались. Поиграли. Не, ну просто, слышь, это ты... просто развалка. Смотри, на танк выходит, танк получает лимит. Ну что называется без хила? Они просто еще сами толпищи, скажите так. Вообще ничего не могут делать. Найс на респе стоим, пацаны. Найс, да. Как на респе живется, нормально? Ну что за катка, серебряный, такого не было еще. То же самое. Я такой зашквар еще не видел. Понятно, как хил роляет, да? Этот не хил, Сергей, они просто трения вообще какие-то странные. Хил. Они просто умирают, но мы их разваливаем, урон просто наш. Сергей, да, это нету никакого сопротивления. Так потому что они могут, у них скилла нет, они могут стрелять. Сергей, ну хорошо без хила, но они бы что-то хотя бы могли бы сделать. Не вообще нулевые. Они с не могут с риска выйти. Сергей, смотри, второй хакер на силу. Это реально, это на колесе. Это жестко порно. И потом, сколько катка у нас будет? 3 минуты, Сергей? Спасибо за... Thank you for triumph points, guys. Знаешь, говорит, катку в CS-ке за ставку проиграла? Ставка выиграла, прошла топор. Сука, это как говорят, easy skins, easy life, easy money, как, да? Да, так, easy skins, easy life, easy money.
Да, да. Спасибо, скины, ботаны. А что, они даже не хотят выходить, смотри, они даже не едут. Забили, забили. Где они? Ясно, правильно. Кому ты хел ты делаешь? Ты перепутала? Она перепутала себя. Я понял. Спасибо за тримпоинт, пацаны. 3-2, Сергей. 3-2, реально. Поставил. Они просто не на себя поставили. На нас поставили, да, Сергей? Да, на нас. Настю льтуем. Ару. Настя на респе сидит. Братушка. Как там надо сделать? Смотри, как она лицо поломалась. Ага. Блять, колобок. Настя, ты думал? Не, он меня убил. А ну сейчас. Просто... Знаешь, барика взломал. Блять, а ну просто я сидит на тележке, катается. Настя лицо руку сосал. Бля, я ж так спешно сидит на тележке. Я вырезался на стрим делал, хорошо? Хорошо. Я просто не могу, такой трэш. Это наш Маклов прыгает. Если Настя на работа. А что там сидим за башней? Андрей, стави руку с такого. Он смотри, спустился, бей его. А, улетел. О, не. Такой бред. Среднего уже там было. Сергей так давно не угорал. Ну если руку слета. Если курс лицо сломает, то. Уже как они пали. Просто руку. Отличный ход, быстро. Спасибо за поинт. 33к. 4000 раунд, наверное, стрельник в Андрис пострелили. Ого, мне дали 30 поинтов, Сергей, за эту катку.